Эта притча говорит о том, что все возвращается. Ведь то, что сегодня творим мы сами, это проростки того, что будет ждать нас в будущем. А мы, в свою очередь, должны с детства закладывать почтительные отношения к старшим. Во все времена сединка в волосах и милые морщинки говорили не о старости, а о мудрости. К взрослому поколению обращаются за советами или просто слушают наставления. Эти люди, повидавшие вдвое, а то и втрое побольше нашего. Увы, сегодня неприглядная картина получила свое продолжение. Нет, со скалы никто никого не бросает. Просто перешагнув ступень пожилого возраста, люди становятся неуделом. Молодые обращаются к старым людям, пожилым людям, отлично. Уважение, понятие. Вас устраивает? Устраивает, отлично устраивает, хороший мой. Что отлично устраивает. По воспитанию сейчас? По воспитанию молодежи можно сказать, 70-80% воспитывается отлично. А остальные проценты, там сколько, 20-30%, можно сказать, воспитывается неудовлетворительно. Мне кажется, нормально. Нормально? Вы довольны? Я сам не местный, но нормально вроде. Все рассказывают, куда идти, все. И молодежь хорошая, и взрослые хорошие. Все хорошие. Очень хорошие люди. Я сам из Москвы, очень хорошие. В том году были здесь и в этом году. Вы довольны? Я лично доволен, жена довольна, ребенок. У тех же самых дедушек и бабушек есть дети, которых они растили и ставили на ноги, скажете вы. Но к великому несчастью, одна треть населения так не считает. Родители своего рода – продукт потребления. Пока они полны сил и возможностей, они любимые, что вырастили, выучили, помогают всем, чем могут. Отношение подростков к взрослым? Да. Ну, не у всех, конечно, оно уважительное. С каждым годом оно становится все хуже и хуже, по моему мнению. Ну, насколько я вижу окружающих. Ну, везде вот, вот так. А вот как ты считаешь, вот у большинства детей к родителям потребительское отношение, правильно или нет? И кто в этом виноват? Виноваты родители, потому что они сами так воспитывают детей, да, с младенчества. Они каждым капризом все выполняют, то, что ребенок хочет. И с возрастом он требует все больше и больше, и родителям уже не остается выхода, как делать то, что они просят. Как только они и сами начинают нуждаться в помощи, у большинства детей автоматически обрезается лимит свободного времени, которые они могли бы посвятить престарелым родителям. Финансовым положением уже никто не интересуется, а до здоровья и вовсе дела нет. Так давайте же вспомним притчу. И что же будет теперь с нами? Нетрудно догадаться.